Добрый день. Продолжаем вязать сумочку сова. Вот мы связали для нее брюшко столбиком без накида. Мы связали такой квадрат. Кто-то вяжет прямоугольник, если у него более высокая сумочка. Обвязали столбиком с накидом по 5 столбиков в одну петлю. Потом через вот тут вот я показываю в одну петлю, через петлю пропускаем, здесь у нас столбик без накида, и опять же 5 столбиков, вот мы их насчитываем, в одну петельку, дальше соединяем все через одну петлю и связали вот такие вот для украшения животика, связали такие цветочки, к ним пришили пуговки. Цветочки вязались очень просто. Вязалось колечко из 4 воздушных петель. И далее из воздушных петель по 4, можно по 5, можно по 3, кто как хочет, воздушных петли. И соединяем в это наше колечко столбиком без накида. И у нас получилось вот по 5 лепесточков и пуговичка. Это так, для красоты.